Всем привет! Хочу вам показать мои цветочки на 20 марта 2020 года. Несмотря на обстановку на улице, никто не работает, не учится. В частности, я уже неделю. Все спокойно, но вот есть возможность заниматься цветами. Одна радость. У меня зацвела фуксия. Кустик мой весь в цвету. Посмотрите, какой красивый. Глоксиния у меня цветет, но почему-то я не знаю, так мало цветет, и листочки у нее какие-то прям вот, но они твердые, но вниз опущенные, но ничего набирает зато цветы. И еще у меня новость, я купил вистерию, вот такую, вистерия, вон она, вот этот палочка посадил. Такой кустик стоит $10 у нас в Home Depot, магазин цветов там. Товары. Вот. Все вроде нормально. Кинулся посмотреть. Проверял цветы, сделал душем. Паутинистый клещик немножко тут был. Обработал химикатами вот такими. Вот. Garden, сад. Убивает разных насекомых для цветов, для овощей всякое. Ну, посмотрим, как она будет действовать. Когда были на кактусах, мне помогло. У меня еще пелея зацвела. Вот. Покажу. Сфокусируется камера. Набрала цвет, цветет. Но говорят, что она ночью выстреливает пыльцой какой-то там. Не знаю, пока ничего не замечал. Такие цветочки у нее. Пелеи. Нужно будет потом прорядить ее. Мой жасмин. Это он тоже. Бульбочка проснулась, эти не спят. Это амазонская лилия. Хинодорус, или как он там называется. Здесь я посадил. Здесь у меня мухоловки, но не знаю. Если меня китайцы не обманули, семена покупал в Китае. Алиэкспресс. А здесь у меня вот вылезла. Это луковица я посадил. Господи, как же они называются? Уличные. Ой, все вылетело с головы. Ладно, забыл. Простите. Скажу. Здесь у меня тоже кала вылезла. Ты обрезал листочки. Новые лезут. Вот. Азалия у меня цветет. Уже месяц она цветет, не переставая. Здесь у меня тоже стоят мои первогодичные, которые укоренял с листочка. Глоксинки набирают. Ну, это не знаю, что какая-то или больная, или что я, может, водой попал на нее. Там тоже он стоят. Орхидеи пускают корни, все нормально. Вот. Мой гибискус что-то, не знаю, не набирает. Может, света ему мало не набирает бутоны пока. Надо будет пересадить фикус. Вверх идет. Все вот у меня. Ну, такие вот краткие новости моих цветочков. Меня вот это так радует, так красиво. Фуксия цветет. Еще заказал. Нужно прийти в конце месяца. Мне цветок новый, бульба такой, ну этот, луковица. Вот, как же называется, она ферофалус, что ли, такой очень огромный цветок. Цветет там до метра, сам цветок. Ну, я все потом покажу еще раз в видео, когда придет. Вот. Ну, такие цветы у меня.
Вспомнил, господи. Это гладиолусы у меня. Тут их 5 или 6 штук. Гладиолусы посеял. Попробую в горшке их выращивать. Ну, на улицу то, конечно, вытащу это все. Вот. Еще у меня вот здесь уличные растения, посеянные на лето. Ну, такие полевые. Вынесу на улицу, чтобы красиво тоже было во дворе. Такие новости. Все, всем пока. Не болейте, не паникуйте. Все наладится. Всем здоровья и счастья. Пока.